Начинаем выпуск со срочной новости. Над Сирией потерпел крушение российский самолет Су-24, участвующий в операции «Возмездие против террористов». Как сообщили в Минобороны, оба пилота успели катапультироваться, их судьбу сейчас уточняют. И это первые кадры падения бомбардировщика. Власти Турции заявили, что российский самолет был сбит турецкими истребителями, якобы за нарушение воздушного пространства страны. Однако в нашем Минобороне подчеркивают, Су-24 находился над территорией Сирии. Воздушного пространства Турции не нарушал, и это зафиксировано объективными средствами контроля. В ведомстве также напомнили, что российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость координации действий всех сторон в ходе спецоперации в Сирии.